Добрый день, коллеги. Меня действительно зовут Михаил Завилейский. Я только не генеральный директор Datart, да, я один из многочисленных руководителей компании, потому что самого главного начальника у нас нет. В принципе, должности можно рисовать любые, поэтому то, что меня называют генеральным директором, не противоречит политике компании, но это не совсем так. Отвечаю я в компании за организационное развитие. Примерно 10 лет до прихода в Datart работал в IT, в основном программистом, немножко, наверное, менеджером каким-то, потом появился в Datart, где работал программистом, потом менеджером, потом опять программистом, потом опять менеджером, потому что мы развивались в два цикла. Первый цикл был связан с .com-бумом, мы выросли до 120 человек, потом у нас умерли все клиенты, потому что все были .com-ы, все умерли или остались без денег и нам платить уже не смогли. Мы выживали долго, в это время сократились до 40, и, в общем, руководить было некем, поэтому все вернулись за клавиатуру, это было мое последнее пришествие. Но я уже был плохим программистом по меркам Datart, поэтому занимался всем QA-ем, пытался заниматься project-менеджментом с крайне плохим знанием английского языка. И тем не менее, воля к победе позволила нам развернуться. Да, и сейчас в компании уже вот работает 1400 человек, десяток офисов производственных по всему миру. И оригинально я работал длительное время из Петербурга, последний год провел в Аргентине, где мы открыли новый офис. А сейчас на лето мы вернулись немножко в Россию, в основное время в Украину, где семья в Одессе, а катаемся по разным городам Украины, где у нас есть офисы, пытаемся наверстать упущенное, потому что из Аргентины летать очень-очень далеко. И общались только через скайп, что, конечно, не заменяет. Но в выходные мы находимся здесь, да, поэтому я смог оказаться на этой конференции. И тема, которую я сегодня хочу порассказывать, она на тему карьеры, так для того, чтобы разнообразить повестку данной конференции, потому что мы стараемся, чтобы разным людям было интересно поприсутствовать. Здесь уже были освещены аспекты менеджмента, технические вопросы. Так что мой рассказ будет про карьеру. Но у меня не очень много какого-то контента. Я думаю, что будет гораздо интереснее, если вы будете задавать вопросы по ходу. Потому что, как метко называли начальство в разных компаниях, да, там высшее руководство, оно часто оказывается в стратосфере. До некоторой степени это относится и ко мне, поэтому я смогу что-нибудь более интересное рассказать, если вы меня будете спрашивать, поэтому не стесняйтесь прерывать меня в любые моменты, на любых слайдах и спрашивать абсолютно любые вещи. Но вернемся к тому, что я собирался рассказать проактивно. Хочется рассказать про то, что происходит с программистами, которые почему-то хотят перестать работать инженерами. То же самое относится вообще ко всем видам инженеров, к инженерам качества, к QA-ам, к другим смежным специальностям, типа автоматизаторов, QA-менеджеров и так далее. Куда потом двигаются наши специалисты? В Datart большой опыт, потому что мы по возможности стараемся не нанимать руководителей как проектных, так и корпоративных со стороны, выращиваем их внутри компании. Я могу сказать, что процентов 70-80 лидеров, они взращены внутри Datart. Приток со стороны все равно неизбежен, да, потому что, чтобы вырос человек внутри компании, обычно нужно 2-5 лет. А поскольку компания за 2-5 лет обычно удваивает численность или удвасполовинивает, да, то, естественно, что на всех лидеров не хватит, поэтому со стороны берем тоже. Но акцент сделан на выращивании изнутри, и в основном все, кто приходит в компанию, приходят в качестве инженеров или через программирование, или через QA, и потом куда-то вырастают. Сейчас у нас достаточное количество ребят уже находятся в онсайте, в Нью-Йорке, в Лондоне, занимаются генеральным руководством, различными функциями компании, работает на переднем крае, руководит аккаунтами с ключевыми клиентами, с мировыми именами. Ну, как водится у аутсорсинговых компаний, которыми Datart является, самых крутых клиентов называть нельзя, да, есть другие клиенты, которые висят на сайте, которых можно называть, но мы для них делаем совсем мало обычно, да, потому что это такой от одних деньги, от других имена. Это такой формат сделки обычно. Поэтому
Но тем не менее, вызовов и интересной работы много, и все справляются. Хотя надо сказать, что есть какие-то наблюдения, которыми я и хотел сегодня поделиться. В первую очередь, сегодняшний рынок устроен так, что прекращать быть разработчиком не обязательно. Можно всю жизнь продолжать заниматься техническими аспектами. У нас есть коллеги, кто вот был программистом, когда пришел в компанию, даже там раньше, чем я пришел в компанию в 98 году, и до сих пор остается программистом. При этом сделал карьеру, работает в Лондоне, зарплата высокая. Вот. То есть в жизни у него все хорошо, но не хотелось человеку быть кем-то еще. Ни менеджером не хотелось быть, никакого толка, ни продавцом. Нормально, карьера продолжает развиваться. Да, отчасти он несет функции эксперта, но таки не обязательно так. Я не могу сказать, что сейчас зарплаты у инженеров и у менеджеров так уж существенно разнятся. В основном драйверы, которые ведут людей к тому, чтобы менять специализацию, с моей точки зрения, лежат в том, что с возрастом изменения в нашей голове происходят неоднородно. То есть логический интеллект, да, центральный процессор, он слабеет у разных людей с разной скоростью, но мало у кого усиливается. Да? Есть всякие научные исследования, которые говорят о том, что большинство ученых в очень сложных областях физики и математики делают в наше время основные результаты в молодости. Шахматисты лучше играют таки в молодости. И опыт, он как-то вот не заменяет некоторое ослабление мотивации и живости ума. Это не означает, что нельзя приносить огромную пользу внутреннему или внешнему клиенту, оставаясь программистом. Опыт на самом деле помогает даже при некотором замедлении соображалки с возрастом гораздо лучше угадывать, что нужно клиенту. Но те же самые качества, да, рост эмоционального интеллекта, опытность, лучшее понимание мира, индустрии, они начинают удивительно здорово пригождаться в других областях деятельности внутри IT-индустрии. Вообще IT-индустрия развивается от содержательно сложных проектов к разнообразно сложным проектам. Все проекты, которые были даже очень сложные, но относительно просты с точки зрения понимания, что нужно сделать, были, наверное, несколько раз реализованы уже в истории развития индустрии, потому что IT уже живет в этом мире десятки лет. То есть написано много хороших бухгалтерий, есть много хороших банковских систем, есть много хороших ERP-систем, встроенные программы работают в машинах, самолетах, и все это уже так или иначе есть. Большая часть задач, которые сейчас возникают, да, они связаны с тем, что мир становится разнообразнее, количественно больше, происходит больше разных вещей, и понять, что нужно делать, становится все сложнее. В чем же отличие одного от второго? Если надо написать 25-й какой-нибудь интернет-магазин, да, в своей жизни, то уже непонятно, а чем он будет отличаться от предыдущих 24-х. Кто-то делает очередную социальную сеть и надеется, что она взлетит, потому что она отличается вот этими маленькими вещами. Да? Ну, взлетит она или не взлетит, это второй вопрос. Но понять, чем же она на самом деле отличается, если до этого уже разработал какое-то количество социальных сетей, тоже очень трудно. И вот умение понимать, что нужно сделать, оно становится все более ключевым. И как раз это открывает все больше и больше ворот в том, чтобы от программирования, от инжиниринга переходить на специальности, которые помогают понять, что же нужно сделать. Итак, типичная ситуация, маленький кусочек теории. Типичная ситуация, да, начинает кто-то работать в компании или вообще в индустрии, начиная с позиции юниора. Юниор отличается от сеньора только одним. Да? Он обычно получает часть своей компенсации опытом, обучением, еще чем-то. Да? Поэтому компании на юниорах зарабатывают больше, а юниор выбрал себе компанию правильно, если он хорошо учится. Да? Это важный момент. Дальше специалист развивается, доходит до сеньорного уровня. Уже на сеньорном уровне на самом деле компаниям продуктовым приходится бороться за удержание людей, потому что они держат в себе качественные знания, но устают, надоедает. Это один вызов. Сервисные компании, проблема заключается в том, что они могут предоставить разнообразие, но на сеньорах очень трудно заработать, да? Потому что сеньора всегда не хватает, зарплаты всегда очень рыночные, и сеньор находится, в принципе, в балансе с окружающей средой. Сеньору
может быть интересно бесконечно долго, но по опыту многие мигрируют на разные позиции. Вот здесь я нарисовал разные позиции: проджект-менеджеры через тим-лидов или напрямую, в эксперты, аккаунт-менеджеры, операционные менеджеры, сейлс-менеджеры продажников, в бизнес-консультантов. Вся эта миграция происходит естественным путем, чаще всего в связи с тем, что в своей компании или в другой компании появилась возможность начать делать что-нибудь, чего ты не делал раньше. И я просто сейчас попытаюсь рассказать про то, как можно управлять сменой своей профессии, совсем просто, и потом поделюсь небольшими наблюдениями в том, какие ключевые факторы определяют развитие в том или ином направлении. Может быть, это будет каким-то вкладом в профориентацию. Видно не очень хорошо, к сожалению, поэтому я, наверное, ну, зато у меня и букв мало на слайдах, поэтому ничего страшного. Во-первых, простая модель, которую я много раз уже рассказывал, как я себе представляю профессионал. Да? Профессионал состоит из двух главных частей. У него есть квалификация, это умение, опыт, навыки какие-то, и репутация. Это то, что о нем знают окружающие. По моим наблюдениям, подавляющее большинство профессионалов предпочитают качать квалификацию. Ходят, изучают новые движки, читают книжки по программированию, там, смотрят, участвуют в каких-нибудь кодинг-контестах, в общем, повышают свою профессиональную квалификацию всеми возможными способами. Большинство надеется, что карьера будет развиваться примерно так. Я всему научусь, окружающие увидят, как круто я все делаю, и после этого все заметят и скажут: о, ты молодец, ты крут, ты, значит, сделал левел ап, сейчас мы тебе все повысим, все назначим. Ну, в крайнем случае, я попрошу, они подумают: боже мой, что же мы будем делать без этого гениального человека, да, и безусловно, отгрузят мне много счастья. Это не, так, вторым способом действовать не очень правильно, но такие по статистике многие сознательно или подсознательно предполагают, что произойдет именно так. На самом деле есть феномен, который находит в моем наблюдаемом мире все больше и больше подтверждений. Людей не интересуют другие люди уж очень сильно. Ну, профессиональных менеджеров, ответственных за развитие персонала, еще что-нибудь, кто действительно к этому... Они умеют смотреть и думать правильным образом. Но подавляющее большинство находящихся в бою коллег, они считают, что все, что произошло без их вмешательства, без их какого-то участия в процессе, оно произошло само собой. Но если вы написали идеальный код, ну, вам повезло, да, ну, каким-то образом вы не сделали ни одной ошибки. Да? Ну, это само собой получилось. Там, ваши заслуги в этом никто не увидит, если вы сами не покажете трудности. Если команда скрыла от клиента то, что она внутреннего и внешнего работала все уикенды по ночам, там, три раза зарефакторила весь проект, потому что никак не могла встретить какие-нибудь показатели по перформансу, если об этом не рассказать, да с фанатизмом, клиент будет считать, что это само собой разумеется, и если команде, не дай бог, надоест сидеть по ночам, он будет говорить: что-то мотивацию потеряли все, как-то не перформят больше. Очень важно то, как вас видят другие, а другие вас воспринимают через непосредственный опыт. Поэтому заниматься всяким самопиаром нужно все время и вперед развитие своих профессиональных возможностей. Реально мы учимся, только делая что-нибудь. Чтобы нам разрешили делать что-нибудь, должны думать, что мы с этим справимся. У компаний, у людей новые квалификации, новые умения появляются, когда их по ошибке просят сделать что-нибудь, чего они еще никогда в жизни не делали. Ну, в принципе, не надо так делать, это риски. Но иногда люди ошибаются, и мы научаемся делать что-то новое. Если мы хотим быстрее развиваться, нам нужно эти ошибки провоцировать, чтобы нам что-то доверили. Ну, а потом сильно напрягаться, если оказалось труднее, чем мы думали с самого начала. Но именно в результате такого развития чаще всего и происходят самые интересные карьерные пути в компаниях. Почему я могу это смело утверждать? Потому что, по моим наблюдениям, достаточно редко хорошие программисты, хорошие инженеры становятся хорошими менеджерами легко. На самом деле, если честно, да, не очень хороший программист и хороший программист может оказаться хорошим менеджером примерно с разной вероятностью. С равной вероятностью, потому что это разная работа. Но не очень хороший программист с большей вероятностью перейдет в менеджеры или в продавцы или еще куда-то, потому что у него будет выше мотивация. Потому что, ну, вот, например, я могу чуть-чуть забежать вперед, да, и рассказать про путь продавца, чтобы проиллюстрировать эту мою идею.
У нас когда-то в компании появился коллега, который был не очень хорошим программистом. Я с ним познакомился, когда он вызвал команду операционной системы удалить все из текущего каталога, из application сервера, тогда это еще был ASP, не ASP.NET, а просто ESP Microsoft, и удалил из System32 все, что можно было удалить. Вот, кто проделывал такое, да, опытные люди могли когда-нибудь такое исполнить, знаю, да, что после этого сервер продолжает работать какое-то время, потому что те файлы, которые были использованы, они не удалились. Но он никогда не перезагрузится и в скорости упадет, как только соберется сделать что-нибудь новенькое, да, и загрузить какую-нибудь новую DLL-ку из System32. Ну и вот надо было что-то с этим сервером сделать, да, успеть, прежде чем он рухнул. Я даже, вот, честно, уже не помню, чем кончилась та история борьбы за жизнь этого сервера и что мы тогда исполнили. Но этот коллега продолжил развиваться в компании, и, в общем, ему сильных технических задач уже не доверяли, но зато ему всегда было больше всех надо, чтобы все было хорошо. Он никогда не верил, что нельзя сделать хорошо ту или иную вещь. Никогда не верил, что этот заказчик, в общем, не может быть удовлетворен. Никогда не верил, что мы не можем решить ту или иную проблему в рамках там, того, что мы обещали, по крайней мере, пока мы не приложим все усилия, и у нас там не опустятся руки, и мы не скажем, ну не смогли. Ну и репутация его складывалась из soft skills, да, что-то называется. То есть мы знали, что может быть у него мышление не слишком инженерное, не слишком параноидальное, да, потому что нормальный инженер всегда параноик, но зато у него мышление достаточно клиент-ориентированная, результат-ориентированная, в чем-то перфекционистская, в чем-то идеалистическая, но характер превращал его не в зануду, а в хорошего партнера, который помогал команде показывать лучший результат. Да? Сейчас, по прошествии, почти 18 лет, наверное, Леша Миллер возглавляет продажи во всем DataArt, наверное, там самый большой и влиятельный человек в компании, сидит давно уже в Нью-Йорке, получает самую большую зарплату в компании и все такое. То есть это, наверное, рекордный карьерный путь, который произошел, да, но применимо это практически ко всем топ-менеджерам нашей компании наверняка и ко многим другим людям, кого я знаю в других компаниях тоже. Потому что в какой-то момент выясняешь, что ты можешь себя проявить в чем-то другом гораздо лучше, чем в кодировании. Это совершенно нормально, да, в современном IT-мире для этого очень-очень много возможностей. Но на этом пути нас подстерегают ловушки. Я никогда, несмотря на то, что я никогда не был очень хорошим инженером, я никогда не был счастливее, чем в те времена, когда я был инженером от своей профессиональной деятельности. Почему? Потому что когда я там, в состоянии безумия после 12 часов работы там, запускал какую-то новую версию сложного расчетного алгоритма, там, моделирующего конечную систему на перестраивающуюся конечную элементную систему на перестраивающиеся сетки и видел, как там реально вода течет, там меняется русло реки, и наводнение действительно происходит как в жизни в моей системе, я испытывал естественное яркое удовольствие. Да? При этом я знал, что я это сделал, это я молодец, оно правда работает, оно правда хорошо. И на самом деле вот есть чудесный цикл, который всех профессионалов поддерживает счастливыми. Это, вот я его здесь назвал, do, check, enjoy. Мы что-то делаем, мы это можем проверить, нам не нужно даже третье мнение, мы видим, что мы это круто заимплементили. Мы тут придумали крутое решение, мы тут подняли производительность там, в 10 раз после того, как проревьювили и прорефакторили чей-то код. У нас постоянно случаются события, которые повышают нашу самооценку. Один из моих любимых авторов, Дэвид Мейстер, писал, что самооценка у всех профессионалов, она исходно занижена. Да? Можно сказать, что у всех есть комплекс неполноценности. Именно это заставляет профессионалов не быть счастливыми на простой работе, а постоянно всю жизнь чему-то учиться, задавать себе вызовы, что-то доказывать, в первую очередь себе. Ну, я могу сказать, что это точно верно по отношению ко мне и еще к большому количеству моих коллег. Наверное, есть исключения, но такие это правда. И вот этот самый цикл что-то сделать, проверить и сказать круто, он дает очень много счастья. Но как только ты начинаешь смещаться в более сложные, более коллективные роли, у тебя все меньше остается места для того, чтобы этим циклом наслаждаться, чтобы получать такое удовольствие. Ну, у меня нет яркой иллюстрации эмоциональной из области IT про это,
Но у меня есть хорошая иллюстрация из медицины, которую цитируют все врачи, когда читают лекции по деонтологии. Здесь вот картинка, посвященная доктору Бернарду из Южной Африки. Это первый человек, который сделал пересадку сердца и большой авторитет в медицине 20 века. И у него когда-то спросили: доктор, а вы спасли кому-нибудь жизнь? Он говорит: ну а как я знаю, да, там, вот, спас я кому-то жизнь или нет? У меня же не было там двух однояйцевых близнецов с ровно одной болезнью, да, одному я сделал одно, другому другое, один умер, другой выжил, да, или одному не сделал, другому сделал. Ну, очень трудно. Если вылечил человека, то хорошо, если нет, нет. Хотя он говорит: один раз я знаю, что я кому-то спас жизнь. Я лечил жену одного фермера, у него была легочная болезнь, я бился над его спасением длительное время, но уже была середина ночи, ему становилось все хуже. Жена говорит: давайте применим народную медицину, убьем козу, завернем его в шкуру, говорят, помогает. Ну, хотел уже доктор согласиться, но сказал: я буду еще 4 часа биться, если опять не станет лучше, тогда что хотите делайте, хоть шкуру его заворачивайте, хуже уже не будет. Но оставшиеся 4 часа принесли существенные улучшения, он сумел добиться стабилизации и последующего излечения больного, и выйдя из его дома, он сказал: коза, я спас тебе жизнь. Да? Вот это очень хороший пример, который показывает, как трудно быть доктором, да, потому что, ну, нужно себя тешить иллюзиями, что ты помогаешь людям. Ты никогда не знаешь этого наверняка. Ты знаешь наверняка, что какой-то код заработал в 10 раз быстрее. Когда ты начинаешь работать продавцом, менеджером, когда ты начинаешь работать каким-то аналитиком, это существенно командная работа. Результат увидеть вне взаимодействия с большим количеством людей вокруг себя невозможно. Если все супер получилось, никто не слил, все молодцы. Наверное, вы тоже. Наверное. Ну, вообще молодцы все. Когда что-нибудь пошло плохо, иногда знаешь, что это был ты. Вот. Иногда ты можешь об этом сказать, иногда смолчишь, но внутри себя ты знаешь. То есть иногда ты точно знаешь, что ты слил, но ты никогда не знаешь, что ты вот индивидуально это круто сделал. Вот потеря этого ощущения – это главный демотивирующий фактор, который встречается на миграции из роли программиста в миграцию на любую другую позицию в IT. И этому нужно уделять внимание. Да? Нужно четко понимать, что когда мы переходим на коллективную работу, если мы будем тешить себя иллюзиями, что это я и опять я, то из нас получится плохой менеджер, плохой лидер, плохой руководитель, плохой кто угодно, консультант, эксперт. Потому что мы работаем в коллективе, и это данность. Вот как доктор Бернард, да, мы должны понять, что, ну, когда-нибудь мы, может быть, спасем жизнь козе, но не больше. Это качественное изменение, да, и просто с идеей того, что мы сможем сами себя оценить и потом этим гордиться, необходимо проститься и необходимо послать куда-нибудь подальше вот тот самый комплекс неполноценности, который толкал нас все время что-то себе доказывать. В данном случае мы должны развивать в себе уверенность в себе. Это самое важное и самое универсальное при изменении карьеры с программистской карьеры на карьеру менеджерскую. Но теперь вернемся к пути продавца. Он самый трудный, самый низкий conversion rate в продавцов из программистов, на самом деле, из всего, что я вижу вокруг себя. Ну, это связано и потому, что, если честно, продавцу не обязательно быть так уж глубоко компетентным в инжиниринге, поэтому продавцы часто исполняются из других источников. Но есть еще второй фактор. Хороший профессионал, который работает инженером, или даже на IT-шных профессиональных областях, например, project manager, ну, какой процент брака он может допускать, чтобы оставаться адекватным специалистом? Кому как кажется. Ну, небольшой, как бы, да, вот. Ну, меньше половины, да, там, да. Ну, а если крутым профессионалом, ну, желательно, чтобы хотя бы на один фейл приходилось там 2-3 хороших вина таких, да, тогда репутация будет таки двигаться вверх, о которой я говорил. А если будет через один фейл-вин, то, скорее всего, вот она точно. То есть больше 50 точно должно быть чего-то такого хорошего в позитив, а желательно там, если вот хотеть быть крутым человеком, да, чтобы самооценка прямо вот реально вверх уманула, ну, 90% нужно иметь перформанса. Больше практически нереально, да, дальше это иллюзия, скорее всего. У продавца перформанс, когда он работает с внешними возможностями и пытается получить бюджет, получить какую-то возможность, да, там, заключить контракт, в зависимости от того, где он работает, внутри компании, вовне, в какой среде, ну, неважно. Но, тем не менее, conversion rate обычно ниже 90%. То есть от какой-то возможности, которая
появилось из обрежего, вот сейчас, кажется, я нашел там клиента, нашел возможность, еще что-то, до того момента, когда реально подпишется контракт и можно будет заработать деньги, долетает меньше 10% возможностей в норме. Часто намного меньше, там, в продуктовых продажах существенно меньше. Там, у хороших продавцов в узких областях, да, в каких-то олигополиях, ну, там может быть 20-25% conversion rate, но это просто означает, что обычно борются 3-4 компании. Просто иногда посылают всех, иногда кого-то выбирают. Но в IT практически нет олигопольных областей, кроме государственных тендеров, которые интересны маленькому количеству компаний. А в остальных областях, в областях это открытый рынок, поэтому conversion rate очень низкий. То есть количество фейлов, количество неудач, оно очень высокое. Поэтому психологически очень трудно перестроиться в продаже чаще всего. И везде, где мы работаем с внешним миром, везде, где мы работаем с открытием новых возможностей, да, меньше 10% стартапов взлетают и добиваются большого успеха. Продавец, да, это разновидность предпринимателя на самом деле, это самая эссенс предпринимательской функции в любой компании. И в этом смысле стоять на этом пути очень тяжело. Здесь, как нигде, ни в одной другой роли, да, важным оказывается наличие внутри себя ни на чем не основанной уверенности в себе и веры в то, что ты делаешь правильно. На самом деле продавец всегда может спросить, это нужен всем, да, ему скажут, конечно, нужен, да, там, нужен ли я, все скажут, очень нужен, да, если хоть что-нибудь продаешь, потому что все остальные без тебя не будут иметь денег и всего прочего. Но самооцениваться в данном случае трудно. Внешний локус контроля обычно работает для продавца лучше, чем внутренний, пока он неопытный. Потом можно прокачать в себе уверенность в себе, ни на чем не основанную. Вообще эта штука очень полезная, потому что уверенность в себе, которая основывается на чем-то, да, можно подорвать через манипуляции тяжелые, через атаку в основы. А если просто знаешь, что я уверен в себе, потому что это обеспечивает мой лучший перформанс. Я не уверен в себе не потому, что что-то произошло, да, или я умный, или еще что-то, потому что это просто полезно. Да? Если смотрели кто-то сериал «Empty House», да, про доктора Хауса, то помните, да, что у него там был принцип, что он не всегда прав, но всегда уверен в себе, потому что по-другому ему трудно работать. Вот это очень важная вещь для всех менеджерских ролей, но в огромной степени она, вот этот принцип применим для пути продавца. Поэтому, если вы хотите пробовать себя в продажах, то нужно запастись гигантским зарядом веры в то, что вы делаете. Да? Быстрее, чем за 2 года, вы вообще не поймете, получается у вас или нет. Что тоже довольно много для типичного IT-специалиста, который может себя конвертировать. Ну, типичным образом сеньор в одной технологии может стать, ну, не очень перформящим, но сеньором в другой технологии за 6 месяцев легко. С продавцом только понять, работает или нет, 2 года минимум, потому что первое время, ну, я не видел тех, у кого бы сразу это поменялось в лед. Гораздо более сладким является сладкой является возможность для многих IT-разработчиков стать экспертами, потому что ну, вот у кого, кто-нибудь скажет, у кого с кем ассоциируется слово эксперт? Гуру, ну, всем правильный клини дает. Говорите громче, пожалуйста, потому что... А, опыт и знания. Ага. Да? Все знает, ничего не делает. Это супер эрудит чистый, да? Извините, а что? Профессионал в своем деле. Эксперт, ну, это тот, кто достигает результата и знает, как это делать. О, эксперт тот, кто достигает результата и знает, как это делать. Несет или не несет, да? Ну вот меня это тоже заинтересовало, потому что, ну да, спасибо всем. Я, ну, Дотар в какой-то момент взял и провозгласил, что мы теперь консультанты, нам теперь нужны консультанты, эксперты и все такое. Каждый понимает это на свой лад. Я залез в книжки посмотреть, ну, что же понимается под этими ролями. Есть академическое определение того, что делает каждый из этих ролей. Значит, есть decision maker, это те, кто принимают решения. Эти люди берут на себя определенную ответственность. Ну, в современном мире материальная ответственность наступает редко. Если решения не нарушают уголовный кодекс, то какой-то другой ответственности чаще всего не бывает.
Но моральная ответственность для нормальных людей значит очень много, поэтому decision-makers принимают на себя груз ответственности. Есть эксперты, это те люди, которые просто знают, как работают те или иные вещи. Или, что даже важнее, часто эксперты просто знают очень много про то, как вещи не работают. Потому что чаще всего нет одного способа сделать вещи правильно, но есть много способов делать вещи заведомо неправильно. Хороший эксперт как минимум должен помочь избежать заведомо неправильных способов делать какие-то вещи. Эксперты обычно помогают вне core competence, да, вне ключевой компетенции той деятельности, в которой вы работаете. Там вам нужны эксперты. То есть, не знаю, там, если вам нужно перелить операционную систему на компьютере, вы вряд ли позовете эксперта по переливанию операционных систем. Вы, скорее всего, справитесь, если давно работали в IT, это вообще не хитро. Но если вам нужно справиться с засором в унитазе, да, то тут ситуация сложнее, да, потому что вы или знаете, как это устроено, если не знаете, позовете эксперта. Есть классический анекдот, который иллюстрирует роль эксперта. Да, это человек, который там устранил, например, скрип половицы, взял за это 100 фунтов, 1 фунт за вбивание гвоздя, да, одним гвоздем он это дело вылечил, 99 фунтов за то, что знал, куда вбивать. Ну и все такое. Это простая иллюстрация. Роль эксперта заключается на знаниях. Нильс Бор, по-моему, говорил что-то в духе того, что эксперт – это человек, который совершил все возможные ошибки в какой-нибудь узкой области. А после этого он сильно экономит всем остальным затраты. Консультант – это другой человек. Консультант – это тот, кстати говоря, эксперт, в общем, обычно берет на себя ответственность в значительной степени тоже. Он рискует репутацией. Но есть области, где эксперты – это полная ерунда. Например, вот те, кто предсказывают по телевизору валютные курсы там, да, или политические изменения, или еще что-нибудь. Их просто они, ну, это не эксперты, это те, кого называют экспертами. Их просто достаточно много, кто-нибудь из них попадает, кто попал несколько раз, становится синьор-экспертом. Да? Но на самом деле это не имеет отношения к тому, о чем я говорю. Реальный эксперт сильно рискует своей операцией, если он, репутацией, если он сильно облажается. Поэтому у эксперта ответственность – это большое дело. И, например, типичная вещь в компьютерной области, да, это мы, например, делаем приложение клиентам в их области компетенции, там для какого-нибудь медицинской компании мы делаем что-нибудь связанное с медициной, для инвестиционного фонда система автоматизации инвестиций, там и риск-менеджмента для кого-то другого, да, и вряд ли мы понимаем на самом деле в здравоохранении, понимаем в инвестициях больше, чем наш клиент. Но мы можем рассчитывать, что мы больше понимаем, да, например, в том, как провести нагрузочное тестирование, чтобы предсказать для клиента, как будет его приложение вести под нагрузкой, да, и какие у него должны быть ожидания. Или в безопасности, чтобы сказать, какова вероятность того, что там ваша система там будет прохачена кем-то. И можем сказать, что нужно делать, чтобы этого не произошло. То есть экспертиза обычно лежит в какой-то вот отдельной от ключевой компетенции области. Но ответственность здесь очень велика. У консультанта ситуация совсем другая, поэтому у консультантов репутация смешанная обычно. Консультант – это тот человек, который фасилитирует процесс принятия решения там, своим клиентам. То есть консультант может что-то знать, но консультант не должен использовать свои знания для того, чтобы принять решение за клиента. Консультант обязательно добавляет свои знания, чтобы, может быть, помочь определиться клиенту, дать ему новые ракурсы, дать ему какой-то выбор. И в этой ситуации хороший консультант может реально помогать, плохой консультант в сложной ситуации, когда клиенту решиться очень трудно, может множить печаль. Потому что было трудно принять решение после общения с консультантом, безнадежно трудно. Потому что теперь я знаю много плохого, но хорошего мне рассказали, мне нарисовали 25 альтернатив, куда теперь идти неизвестно. Вот самое интересное, что IT в работе с клиентами, в работе с бизнес-заказчиками, роль, которая нужна, она лежит где-то вот в области пересечения этих ролей, идеально всех трех. Это самое сложное, потому что в принципе такого рода людей существует очень мало. Потому что нужно в зависимости от ситуации, ну, мы разрабатываем, например, какое-нибудь программное решение индустриальное для какой-то компании. Там есть много областей, где клиент более компетентен, чем мы. Там мы должны быть хорошим консультантом, не грузить его лишними переживаниями, но фасилитировать процесс принятия решений. Ну,
классике это может сделать бизнес-аналитик, но узкий бизнес-аналитик, у него обычно скиллы немножко другие. Да? А это вот такой вот социальный, скорее, навык, который должен помогать клиенту принимать решения. А вот, может быть, в более технической области, где вы более компетентны, чем ваш клиент, заказчик, еще кто-то внутренний или внешний, решения должны принять вы и не мучить ему голову. Но нужно сказать, я считаю, что нужно сделать так и так. Потому что даже если мы скажем, можно сделать вот так, выберите, пожалуйста, то это может быть манипуляцией. Потому что клиент, если он зрелый, он вам скажет, нет, так не работает. А если он не зрелый, да, то у него будет такое ощущение, что он выбрал из двух вариантов, отличия между которыми не понимает, но каким-то образом теперь он ответственен. Потому что вы ему скажете, ну это же вы выбрали. Поэтому теперь это работает вот не так, как вы хотели. Это же был ваш выбор. То есть, а на самом деле, ну знаете, фокусники используют, да, там классический вариант. Выберите кого-нибудь, да, ну, а теперь я его заколдую или расколдую, да, или не буду заколдовывать. То есть вы сначала выбрали, потом сказали, что произошло. Выбор без выбора. Вот такая же манипуляция производится плохим консультантом с клиентом, да, умножающий его переживания. Потому что в тех местах, где вы эксперт, где вы можете принять решение более эффективно, вы должны это сделать и принять за это ответственность. И самое главное, что еще нужно помогать принять решение в сложной конфигурации, где есть множество людей, да, и помочь определить границы ответственности. Это самое трудное. Сейчас почти все развитые компании, которые работают в сервисах, в IT-индустрии, в разработке, они пытаются перейти от продажи часов, от продажи усилий к продаже решений. Связано это с тем, что часов мы всегда, ну, никогда не произведем в наших широтах столько же, сколько их производится там в Индии и вообще в Азии. Там людей больше, да, и они размножаются гораздо квалифицированнее, чем мы. Поэтому никаких шансов биться на этой ниве у нас не получится. И продать часы там в 5 раз дороже, чем часы кого-то другого, адски сложно. Потому что мы знаем, да, что производительность программистов, она легко может отличаться в 10 раз. Но продать часы с разницей в цене в 10 раз очень трудно, потому что продаем их перед тем, как клиент видит реальный перформанс. Поэтому обычно смешиваются команды, и все сводится к среднему, по палате. И в этом отношении мир не очень справедлив. Поэтому все компании хотят, чтобы цена формировалась от ценности услуги для клиента, а не от количества потраченных часов. Переход в более элитную вещь. А вот здесь большой вопрос границы ответственности. Любой клиент, конечно, с удовольствием подпишет с вами контракт. Если вы поможете ему заработать 10 миллионов, он 1 000 000 вам отстегнет. А если он 10 миллионов не получил, например, 9, то вам уже ничего не достается. Но вы так играть не будете, потому что, ну кто ж, если бы вы знали, как заработать 10 миллионов за один, вы бы это сделали без клиента. Да? Вот в разных местах находится какая-то граница ответственности, которую нужно определить, а которую удобно договориться обеим сторонам. Вот и в этой области все стороны способны принять решение. Нащупывание этой границы – это очень важная область, и это уже топ-уровень вообще в любой компании, топ-уровень в бизнес-девелопменте, топ-уровень в управлении, понимание границ ответственности и границ принятия решения любой компании в большой экосистеме. Значит, здесь пара комментариев, да, которые я таки здесь написал. То, что есть девиативное понимание роли эксперта. Есть те, кто считает, что эксперт – это тот, кто самый умный или просто что-то лучше знает. Это не всегда так. Это не всегда так. Чтобы быть экспертом, нужно знать, в общем, очень много в какой-то узкой области, чтобы быть. Да? То есть эксперт – это не соревновательная роль, это некая абсолютная метрика. И, наконец, эксперт, но не тот, кто самый упрямый. Тот, кто всегда всех переспорил, он не эксперт. Он может быть определенный лидер, он может быть будет деструктивным или деструктивным участником команды, но это совсем не эксперт. Хотя он может сформировать репутацию эксперта, постоянно оставляя свое последнее слово в качестве решения. Появление такого рода людей бывает достаточно разрушительное для компании. Да? Ну а эксперт, он, в общем, обычно действительно опытен, обычно уверен. Очень важно, что несмотря на свою уверенность, он восприимчив к окружающей среде. Опять вспомним того же доктора Хауза, да, который был всегда в себе уверен и легко менял свое мнение под воздействием новых факторов, которые он узнавал, не теряя уверенности. Ну, вот, вы были уверены в одном, вам сообщили, что все не так. Теперь вы уверены в другом. Никакой проблемы в этом нет. Ну, это полная правда, так и должно быть, да, но так почему-то работает только у достаточно просветленных людей. Наконец, эксперт должен быть позитивен.
Что такое, а, да, извините, что такое позитивен? Это тоже не банально. Я все время возвращаюсь к тому, что надо пояснять какие-то слова, да, чтобы все были на одной страничке. Позитивен — это не тот, кто всегда улыбается, всегда говорит веселым тоном и так далее. Позитивный человек — это тот, кто дает конструктивные формулировки. То есть вот даже когда я говорю с лучшими коллегами из нашей компании, да, вот последние недели разговариваю очень много, все время спрашиваю: вот вы с клиентами работаете, вы уходите на наши внутренние курсы аккаунт-менеджмента, вы изучаете разные схемы. Ну, что вы говорите клиенту? Мы говорим клиенту, что вот в этой области все работает неэффективно, возникают противоречия, упускаются возможности. Какая это формулировка? Негативная, да? Почему-то никто не приходит и говорит: мы увидели возможность вам заработать $1 000 000 за счет улучшения в этой области. Это, скажите, мы наглючили, это правда мы увидели, и мы сейчас радостно это вам сделаем. Вот не дается почему-то позитивная формулировка вот инженерам, ну, с вероятностью процентов 90. Вот почему это так, я не знаю, но позитивные формулировки работают опять-таки в 10 раз лучше. Но все равно говоришь: подожди, давай позитивно сформулируем. Ну как позитивно сформулировать? Ну вот если вы бы делали что-нибудь по-другому, может, у вас бы все работало лучше. Ну, вот поэтому я не захотелось остановиться на этом слове. Если хотите, знаете, каким-то упражнением, типа дыхательным или каким-то вот, но в профессиональной области, постарайтесь потренироваться сохранять уверенность, сохраняя восприимчивость, и постоянно учиться делать позитивные формулировки. Если эти две привычки в себя выработать, то ваши репутационные очки в области продвижения, в область консалтинга, экспертизы и так далее возрастут колоссально и легко обгонят вообще ваши профессиональные знания. Потому что те, кто у нас сейчас преуспевает и почти уже повесили на себя погоны экспертов-консультантов, это не те, кто лучше всего понимает индустрию среди нас и конкурентов и так далее. Это те, кто как раз владеет вот такими техниками, о которых я описал. И за счет этого их индустриальное знание растет с огромной скоростью, потому что с ними устанавливают доверительные отношения, с ними разговаривают, им рассказывают, и они узнают, как на самом деле все работает. Есть огромное количество вещей, которые происходят в аккаунт-менеджменте. Это как раз передний край того, где узнается, что же нужно сделать, чтобы заработать деньги. Аккаунт-менеджмент связан в первую очередь не с развитием каких-то конкретных скиллов, да, изучением каких-то теорий. Аккаунт-менеджмент в первую очередь связан с тем, как вы думаете, к чему вы используете свое воображение. То есть классическая инженерная команда в фокусе своей работы держит что? Программные решения, которые они разрабатывают. В лучшем случае спецификацию, перформанс, там, качество, как бы оно ни было определено, что-то еще. Соответственно, команда, типичная аккаунт-менеджерская команда, она пытается развить в себе индустриальное понимание. Понимает, что если это какая-нибудь банковская система, то она должна обладать там таким-то перформансом, такой-то надежностью, быть совместимой с такими-то протоколами, да, иначе она не взлетит. Если индустриальное знание, оно помогает понимать, как это обычно работает и чего от нас обычно ждут. Это очень хорошо, потому что обычно от нас ждут какой-то функциональности и помощи конкретному бизнесу в конкретной индустрии, а отнюдь не идеального кода в больших объемах и каких-нибудь там формочек, которые быстро дают ответы в виде каких-нибудь отчетов. От нас ждут помощи с решением типичных бизнес-задач, которые смогли сформулировать, описать в спецификациях. Самое крутое – это бизнес-мышление. Бизнес-мышление позволяет вместе с клиентом думать о том, или даже без клиента думать о том, как сделать хорошо. Бизнес-мышление помогает делать внешние и внутренние стартапы, помогает получать бюджеты там, где их не было, помогает реально возбудить клиента на то, чтобы поделать что-нибудь новое, интересное, в большом объеме рискнуть чем-то. Часто говорят, что бизнес-мышление присуще тем людям, которые в конце видят деньги и понимают, когда денег дойти. Деньги значат в нашем мире очень многое. И для всех профессионалов деньги – это, если не самое важное, да, чаще всего не самое важное, но очень важная вещь. Да, и за деньги мы обычно можем какое-то время делать почти все, если их много. Вот. Не только видеть деньги в конце любой работы, любого проекта, характеризует людей, которые обладают бизнес-мышлением.
В современном мире денег становится все больше, но все больше становится переживаний, страхов, отсутствия взаимопонимания. Поэтому те, кто обладают бизнес-мышлением, еще производят смыслы. Вот на самом деле люди, которые работают в аккаунт-менеджменте на бизнес-уровне, это люди, которые производят смыслы. Да? Причем не в, ну, и в философском смысле тоже, но и в бытовом простом. А какой смысл нам делать этот проект? Ну, вот так вы заработаете на нем 100 миллионов долларов. Ну, все же понимают, что может заработаем, может нет. Да? Вот нет никакой гарантии. Но все задаются вопросом, а есть смысл это делать такие или нет? И если приведено аргументация, да, нарисована картинка, где всем начинает казаться, что смысл делать есть, все делают. Умение эти смыслы находить и их формулировать, да, это и есть главный атрибут бизнес-мышления. Если вы с кем-то о чем-то разговариваете и хотите человека убедить что-то делать, попробуйте научиться объяснять, в чем смысл. И если люди неожиданно говорят, теперь я вижу, что, наверное, этим стоит заняться, да, давай я тебя поддержу, еще что-нибудь, и они при этом, в общем, реагируют не на тон, да, мы сейчас из телевизора все знаем, как легко реагировать на голос, а реагируют именно на содержание того, что вы говорите, вы можете это уточнить конкретными вопросами, поняли вас или нет. То есть если люди с вами соглашаются с вашими новыми идеями, с вашими предложениями и понимают, что вы им предложили, то вы производите смыслы. Если вы производите смыслы, вы можете двигаться к внешнему или внутреннему предпринимательству, к высоким сферам аккаунт-менеджмента. Но большинство пытается выяснить смысл, считая, что он есть у кого-то другого в голове. Вот это чуть-чуть ниже, это на индустриальном уровне. На высшем уровне производить смысл и ездить, заниматься бизнесом. В современном мире, да, потому что деньги будут давать предпринимателю еще и еще. IT-бюджеты сгорают процентов на 70 в мире без всякой отдачи. Это нормальный КПД, с которым сейчас летит наша индустрия. Ну, почему это все происходит? Потому что в этом все равно есть смысл. В общем, почти последняя роль, о которой хочется сегодня поговорить, это роль PM. Она последняя, потому что она самая естественная. Самый большой conversion rate из программистов через промежуточную иногда роль тимлидера в проект-менеджера. Проект-менеджер, в принципе, должен уметь огромное количество вещей. Здесь вот я специально нашел картинку какую-то в интернете, где написано 100-500 разных качеств, которые должны быть присущи проект-менеджеру. Но, например, самого главного среди этих слов я не нашел. Вот чем отличается роль проект-менеджера от любого другого менеджера? Что означает слово project, проект? Да, у проекта есть конечная цель, да? То есть проект, в отличие от всего остального, кончается. На самом деле в реальной бытности, в реальном бытии сервисных компаний аккаунты не кончаются, проекты следуют за проектами, agile проект может длиться forever. Но тем не менее, это все превращается в роль как раз там скрам-мастера, программ-менеджера, продакт-менеджера, еще кого-то. Проджект-менеджер и essence, основная суть роли проджект-менеджера – это в умении добиться той самой конечной цели проекта, иначе это никакой не проект. А что такое конечная цель любого проекта, да, в современном бизнесе? Деньги, понимаете, как бы деньги — это сложно, да, можно, не знаю, обмануть клиента, можно засудить клиента, еще что-то получить деньги. Это заслуга проджект-менеджера или кого вообще? Да? Но если мы сделали продукт, который никому не нужен, даже в сроки и в бюджет. Решение проблемы клиента, да. Откуда мы знаем, решена проблема или нет? Да, мнение клиента, да. Вот чуть-чуть подумал, да, все голоса из зала попали примерно в зону того, что нам нужно каким-то образом получить решение клиента, что да, все хорошо. То есть мы попали в ожидание. Ну, в идеале процедура acceptance помогает заранее договориться, как мы будем это делать. Хотя по жизни получается так, 50-50, да? То есть, опять-таки, с обеих сторон должны быть опытные люди, кто могут сразу описать acceptance. Но самая главная задача – попасть в ожидание. То есть управление ожиданиями – это самая главная функция проджект-менеджера, в отличие от всех остальных IT-менеджмент-функций, которые есть. Потому что нужно много чего сделать в команде, и все сделать невозможно, потому что вот если попытаться хотя бы делать все активности, которые здесь в кружочках нарисованы, структурным образом, то времени ни на что другое не останется, да, нужно еще, в общем, обычно про конкретные проблемы подумать. На самом деле, хороший проджект-менеджер
он как самурай, да, всегда думает о смерти, согласно Бусидо. Также и хороший проект-менеджер всегда думает о том, что проект уже кончился. И вот чем он кончился, и понимает, что проект кончился хорошо, когда все сказали, окей, проект кончился хорошо. Мы попали в ожидание. Для этого ожиданиями тоже нужно управлять, нужно ими двигать. Почему? Потому что очень редко те ожидания, которые были в начале проекта, останутся неизменными до конца проекта. Откуда появился Agile, откуда появилась вообще вся трансформация сегодняшней разработки. Как ответ на ситуацию, что когда проекты стали длиннее, месяц, два, три, еще реально надеяться, что ожидания неизменны и требования неизменны. За год в современном мире уже почти везде все меняется. Ну не все, что-то меняется. И поэтому меняются ожидания, меняются представления, меняется скоп. Соответственно, постоянно нужно, это гонка за движущейся мишенью. И это данность современного проект-менеджера. То есть проект-менеджер это не тот, кто нарисовал план проекта и по плану шаг за шагом, как нарисовано в ганчарте, двигается вперед, закрывая один уровень за другим и точно в указанное время, в указанный бюджет попадает куда надо, как это было рассчитано сначала. Нет, это талантливый человек, который понимает, что на самом деле результат тоже где-то движется в фазовом пространстве, функциональности, представлении клиента, там, каких-то других требований к проекту. И постоянно модифицирует план, управляет своими ресурсами, добиваясь того, чтобы все эти штуки сошлись в одной и той же точке. Ну, когда вы работаете проект-менеджером, да, нужно понимать, что вы управляете, должны учиться управлять не только подчиненными, да, хотя идеальная команда сейчас это Team of Peers, да, где нет такого там человека, начальника проект-менеджера. Он обычно скрыт под какими-нибудь другими названиями, ролями или еще чем-то. Но тем не менее, вы просто влияете на огромное количество людей вокруг себя, на их представление о том, что им нужно делать, так, чтобы они все вместе потом сошлись в одной точке и остались довольны друг другом. Это очень важно, да, потому что большинство тех, кто начинает управление проектами и читает PMI Book, которая в себя вобрала все лучшее из самых разных областей управления проектами, и не только из IT, что и делает ее сложной. Потому что там, где, например, ну, если мы строим дом, да, и будем постоянно менять требования, то дом получится странный. И, скорее всего, в общем, добром дело не кончится. Ну мы все знаем, да, что очень часто там четырехэтажное строение превращается в 16-этажное в связи с определенными бизнес-предприимчивыми качествами тех, кто дом строил, да, и во всех городах мы знаем, как разрушаются архитектурные ансамбли, всякое такое происходит, или наоборот ничего не строится. Но в норме, в большинстве индустрий, где мы работаем с материальным миром, где мы работаем во взаимодействии с множеством ограничивающих факторов, регуляция и так далее, мы более-менее должны держать план устойчивым, иначе это все равно не откоординировать. Поскольку в разработке программного обеспечения чаще всего у нас есть достаточно большая степень свободы, то эта культура соблюдается далеко не всегда. Только в очень зрелых, очень ригидных культурах получается так сделать в реальности, чтобы проект на длительное время был стабильно запланирован. Чаще всего это постоянный поток возможностей что-то изменить. И, например, вот когда я пробовал себя в роли проект-менеджера, я не был хорошим проект-менеджером, да, и не был хорошо обученным проект-менеджером, но я всегда начинал с самого начала проверять степень свободы, что я могу поменять. На всякий случай, пока еще ничего не надо, поменять немножко проект-план, спросить об изменениях в бюджете, чуть-чуть подвигать сроки, чтобы просто посмотреть, как на это реагирует клиент, как на это реагируют все остальные, и уже быть готовым к ситуации, когда на самом деле случится что-нибудь, что потребует эти изменения внести. Потому что если все к этому относятся нормально, и это стало повседневной данностью, то можно очень хорошо сохранять отношения в ходе проекта. Ну, пришел change request. Ну, мы оценили, но очень легко договориться. Да, это там повлияло на объемы рисков, это не повлияло, об этом легко договориться, об этом сложнее, это все превращается в рабочие моменты. Если клиент в штыки воспринимает любое изменение плана, сроков, еще чего-то, да, в этой ситуации нужно быть к этому готовым и нужно обладать определенной способностью быть резистивным к просьбам об изменении скопа и сразу же понимать, что вот в этот момент и происходит самое главное в вопросе счастливого завершения проекта. Если дашь слабину, то все будет нехорошо. Нужно, вот как вот в Agile, да, один из ключевых принципов fail early, да, как можно раньше, чтобы случился неуспех. В коммуникациях с клиентом и с какой-то бизнес-культурой очень важно как можно быстрее проверить возможные засады, которые потом приведут к искажениям отношений.
И для проект-менеджеров воображение, да, и понимание, что они занимаются влиянием на огромное количество людей вокруг себя, да, занимаются такой широкой координацией, а не управлением и не защитой какого-то изначально сделанного плана, и по которому все и должно идти в идеале, является главным вызовом в сегодняшней индустрии. Потому что очень много ребят пытается становиться проект-менеджерами, надеется, что хороший план проекта, хорошие эстимейты, там, правильные процедуры защитят их от неопределенности, которая возникает из окружающего мира. Не защитят. Ничего нас от неопределенности из окружающего мира, к сожалению, не защитит. Мы должны защищаться сами, мы должны быть к ней готовы, мы должны просто учиться извлекать из неопределенности достаточное количество преимуществ, чтобы они компенсировали проблемы, которые у нас случаются. Наконец, меньшинство из коллег в какие-то моменты становятся офицерами компании, менеджерами компании, операционными менеджерами. Ну, как говорил когда-то мой преподаватель с физфака, с которым я потом много общался, когда мы пытались сотрудничать с университетом, мы производим большое количество обученных физике людей и воспроизводим небольшое количество себе подобных, которые двигают науку. Ну вот, как бы менеджеры компании, офицеры компании, они тоже этим занимаются. Да? Они производят большое количество инженеров и инженерной работы там, да, в процессе своей деятельности. В общем, в этом смысле это похоже на обучение и развитие, потому что ради этого все в профессиональном мире устроено. И какое-то количество людей попадает на операционные должности. Вот на операционных должностях, да, нужно просто понимать, какая культура компании, чего от вас ждут. Потому что в очень простой классификации менеджеры делятся на три категории, с моей точки зрения. Хозяева, начальники и сервисы. Хозяева, да, это, в общем, хорошая конструктивная роль. Это тот человек, который упрощает жизнь остальных менеджеров и бизнесменов компании. Он закрывает свою зону ответственности, он главная и часто единственная точка контакта. С ним договорился, сделал, положился на него, все просто, все хорошо. Это удобно. Это не всегда эффективно, потому что зачастую хозяин не желает выносить ссоры из избы, не использует эффективно ресурсы там, всей компании, плохо взаимодействует с другими функциями, но зато упрощает жизнь других менеджеров компании. Часто ждут классического начальника иерархического, да, там все про репортинг. Мне приказали, я сделал, отрапортовал наверх, да, там, ну, иерархи работают в нашей жизни, и ничего страшного у них нет, и это главный стереотип, про который мы знаем, типичные начальники. Но с начальником, к сожалению, чаще всего возникает деструктивная игра, когда мы, получив распоряжение, если мы все сделали хорошо, то мы говорим, это же я сделал, а он только командует. А если у нас получилось плохо, ну я все равно все сделал хорошо, а он просто идиотские вещи предлагает делать, они не работают. Поэтому начальник нам полезен в психологическом смысле, потому что мы всегда молодец, он всегда не прав. Ну я утрирую, конечно, да, но вот элементы этой психологической игры я встречаю все время вокруг себя. И поэтому, ну, но с другой стороны, от начальников многие не отказываются и более того стараются найти их вокруг себя. И вот я ощущаю на себе это давление, и многие коллеги ощущают, и в разной степени с ним работают. От тебя ждут того, что ты включишься в эту игру. Включаться или не включаться – выбор каждого. Для кого-то это органично, такая система репортинга. Кто-то пытается работать по другой модели, да, быть сервисом. И, например, я считаю, что для IT-компаний и для многих продвинутых компаний сервисная модель является самой привлекательной. Это когда ты просто, ну вот можно смотреть на IT-компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения на заказ, просто как на компанию, которая сводит инженеров с потребителями их работы и обслуживает весь этот процесс. Поэтому все, включая управление капиталом, корпоративное управление, там HR, финансы, все внутри компании, это просто сервисы, которые помогают сотрудникам делать их работу. Это тоже такой радикальный взгляд, но смотреть с такого ракурса, в общем, мне, например, нравится. Да? Потому что, во-первых, это оправдывает лень. Я ничего не делаю, меня никто ничего не просит. Вот. Ну, конечно, это тоже может быстро привести к патологии, но нужно напрашиваться, чтобы просили, нужно объяснять, что можно попросить, зачем попросить.
нужно убеждать людей пользоваться сервисами, иначе все это работать не будет. Но, по крайней мере, мне кажется, что сервисный взгляд на корпоративные функции, он выглядит достаточно перспективно и интересно. Хотя и не свободен от своих издержек, да, потому что всем нам нравится, когда нас обслуживают. Если уж совсем впасть в сервисную моду в серии «чего изволите», то быстро садятся на шею друг к другу все, и потом начинаются обидки, возмущения и так далее. Поэтому очень важно цивилизованно подходить. Да, нужно, если мы предоставляем сервисы, да, клиентов наших, даже внутренних, нужно научить ими пользоваться, нужно цивилизованно подойти к вопросу, что и является самым важным в реализации сервисного подхода. В любой компании, да, эти функции и стороны могут сочетаться, разные люди будут ближе к той или иной роли, но если вы двигаетесь к офицерским позициям, да, то вот такая классификация может позволить вам разобраться с точки зрения самоидентификации, где вам удобнее. Если вам неудобно командовать, вы лидер второго рода, там, например, вышли из project management, на всех влияли, все кучили вокруг себя, сервисная модель хорошо подойдет. А если таки хочется любой ценой вернуть себе цель, вот мотивацию «я это сделал», «я молодец» и так далее, то быть вам хозяином. Да? А начальником вы сами станете, если ничего другого делать не будете специально. Да? Это выстраивание корпоративных иерархий и иерархии репортинга – это самое естественное поведение людей в корпоративном мире. Из-за этого это все время есть, и оно так получается, если ничего другого не делать. Это все. Я с удовольствием поотвечаю на вопросы, если есть. Можно бежать, те, у кого вопросов нет. Так, меня слышно, спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопрос такого характера. Когда вы описывали менеджеров, сказали, что менеджером может стать как программист, который замечательный программист, так и программист, который не очень. У меня в связи с этим вопрос. Это получается, что в принципе по аналогии с сеньором тоже может быть человек, который программист не очень. Да? У меня просто как у джуниора вопрос в данном направлении. Да, да, да. Это очень хороший вопрос. Я здесь отвечу. Меня за это будут, наверное, бить тапочками многие коллеги, да, потом. Но, во-первых, я считаю, что существуют джуниор-сеньор-программисты, да, и вообще отличие сеньора от джуниора, она заключается в, ну, процентов на 80 в психологических качествах, да, а процентов только на 20 в наличии опыта, там, знаний фреймворков, в знании каких-то архитектур и еще чего-то. Потому что у нас есть soft skills и hard skills. Софт-скиллы, они важны, и самое главное, что с возрастом софт-скиллы продолжают развиваться, эмоциональный интеллект продолжает развиваться. И в этом смысле можно компенсировать недостаток профессионального мастерства какими-то другими качествами. Ну, например, у меня там есть друг, коллега, партнер, да, с которым мы очень много работаем вместе, я с ним никогда в жизни не сяду играть ни в одну игру с правилами. Потому что просто у него процессор там, в 10 раз мощнее, чем у меня. Без шансов. Вот, я знаю еще несколько человек в компании с тем же свойством. Просто у них голова работает намного лучше, чем у меня. Но если в игру без правил, я с ними сяду играть. Потому что у меня лучше работает воображение, я наплету чего-нибудь, да, куда-нибудь их уведу на другую территорию, и у меня есть шансы. Очень важно всегда знать, где твои плюсы, где минусы. В командах бывает человек, да, про которого очень трудно понять, паразит он на самом деле, да, и просто паразитирует на команде, потому что не делает ничего, или он необходимая часть команды, потому что он смягчает какие-то острые углы, вдохновляет других, помогает всем и заряжает всех энергией. То есть каждый находит на самом деле свой путь. Другой вопрос, что идеальная боевая единица, да, идеальный там, профессионал, он же ничего в жизни не хочет, он хочет только денег, и выдает строго предсказуемый результат в строго предсказуемую единицу времени. Он всем удобен, он универсален, он идеален. Если цель стать таким человеком, да, то нужно быть хорошим во всем и нужно убивать в себе все человеческое. Но вот, например, мы решили, что нам не нужны универсальные, идеальные люди. Неправильно, что не нужны, с ними очень удобны, они хороши, хотя и дорого стоят обычно. Но нам нужны разные люди, которые можно складывать в рабочие конфигурации. Но вот самая хорошая формулировка была по развитию в себе сеньорности, да, это всегда думать не о том, что я делаю, а о том, кто мой клиент и кого я обслуживаю.
внутри команды, внутри компании, даже там в семье, в любой социальной группе. Когда об этом думаешь и думаешь, приносишь ли ты достаточно пользы, об этом можно спросить, это можно проверить, то очень быстро начинаешь развиваться в сеньорную область, потому что сеньорный, ну, кто такой сеньор, да, почему он стоит на границе со всяким менеджментом и так далее. Это сеньор, это человек, который не требует внешнего присмотра. Он сам собой управляет, он сам себя продает, он сам умеет себя использовать наилучшим образом, сам себя обслуживает в менеджерском смысле. Понятно, что универсальный, безгрешный, идеальный, там, типа кодер, архитектор или еще кто-то очень полезен в этом смысле. Но не идеальный может сам научиться компенсировать свои неидеальные стороны и добиваться успеха. Но если всегда с вами удобно работать, и если всегда от вас получают предсказуемый результат, даже если на самом деле вы этот результат перепрограммировали 5 раз, да, за время взаимодействия, у вас будет репутация сеньора. И спасибо. У меня второй вопрос. Да. По слайду, на котором были куча качеств PM. В целом вы слайд описали, но сказали, что несмотря на то, что их там целая куча, то самое важное, ну я правильно ли понял, что для PM все равно самое важное — это умение манипулировать людьми и быть нацеленным на фидбэк и финансовую пользу для компании? Вот здесь есть вот такое слово, да, хорошее, которое лучше, чем манипулирование, написано influencing, да, то есть влиять на других людей нужно уметь. Манипуляция — это что-то кратковременное к собственной выгоде, да. Чем отличается манипуляция от влияния? Ну, манипуляция — вы получили краткосрочный результат, а осадочек остался. Потому что человек не понял, что произошло, и потом думает, что-то меня обманули. Вот. А влияние — это нормально. Мы все друг на друга влияем, хотим мы этого или нет. Делать это осознанно и в нужном направлении — это очень важно. Просто моя идея заключается в том, что все здесь описанное – это половина PM, потому что это помогает попасть в нужную точку. А вторая половина – это вот это самое влияние на окружающих, управление ожиданиями для того, чтобы знать, где эта точка окажется, да, и двигать ее в нужном направлении. Ну, гораздо проще, да, с двух сторон строить тоннели, а не с одной стороны из себя лично его продавливать. Вот это была мысль, которую я хотел сказать, потому что сейчас очень многие коллеги пытаются качать свои скиллы, читая книжки и так далее в управлении проектом, во всем инструментарии, который здесь описан, думая, что этот инструментарий защитит их от неопределенности, от того, что мир изменяется, пока план реализуется. Нет, не защитит. Ну, нужно с этим сразу смириться и учиться второму набору тоже. Еще вопросы? Микрофон. Микрофончик, пожалуйста, вверх. Да, раз. О, есть. Вот. Да, значит, у меня такой вопрос. Вот, как известно, власть не дают, ее берут. Вот. И в командах, вот, насколько это, скажем, работает? То есть, например, поставили PM, да, но кто-то другой взял на себя ответственность и начал выполнять это лучше. Вот. Как в таких случаях действовать и насколько это помогает в карьере или не помогает, брать власть, а не ждать, пока ты ее получишь? Да, спасибо за вопрос. А теперь для тех, кто готов остаться до утра, мы обсудим, что такое власть. Это на самом деле я чуть-чуть отвечу, да, это очень сложная материя. Я вообще ужасно не люблю власть в том смысле, когда задается вопрос, кто тот главный. Потому что тот главный, да, это обычно тот, кто прав по умолчанию, без потребности объяснять, еще что-то, это тупняк. Или там, чьи указания нужно выполнять без обдумывания, да, как там сейчас вот в России модная фраза, это указание пришло с самого верха, и поэтому оно не обсуждается. Ну или там думу не место для дискуссии, всякое такое, да. То есть, на самом деле, вот если это про вопрос, кто главный, то это неправильно, да, а то, что какой-то человек влияет на всех в большой степени в положительном направлении, это очень хорошо. PM, он тоже оказывает сервисы, да, вот если говорить про сервисную модель, все оказывают друг другу сервисы. Неформальный лидер может сильно отличаться от формального лидера. Человек, которому больше всем надо, может работать даже на позиции тестера, да, и потом может сделать огромную карьеру. То есть, если мы не рассматриваем власть в ракурсе, кто главный, то взять ее очень легко, потому что ее обычно все с легкостью примут. Да? Момент, когда меня стали называть генеральным директором, да, хотя я ничего не изменилось, был момент, когда я там пошел обсуждать какие-то вопросы с владельцами компании, потому что другие им было неудобно. Я
обслужил других, да, выполнил свою функцию, ничего не изменилось, как я никем не командовал тогда и никем не командую сейчас. Но меня стали воспринимать как самого главного, потому что я оказал очень важную услугу остальным членам команды. Да, и восприятие мое сразу так вжик поднялось на один уровень. Вот в таком ракурсе брать власть, да, обслуживая других людей и помогая добиться всем лучшего результата, легко, удобно и можно делать в любое время. Да? Только микрофончик добудьте, пожалуйста. Вверх там включается кнопочка. Она надо подождать, буквально 5 секунд. Алло? Да. Здравствуйте. Я хотел спросить, а какие приоритетные направления развития компании DataArt в ближайшее будущее? И планируете ли вы развивать дальше такое направление, как интернет вещей? Ага, спасибо. Ну, приоритетные направления, если говорить про индустрии, то это здравоохранение, конечно, два наших мейнстрима, инвестиционные финансы и вообще финансы, плюс онлайн-тревел. Интернет вещей будет развиваться, но интернет вещей, он же, ну, имеет два ракурса. Да? Это, с одной стороны, индустрия, но эта индустрия в большей степени такая хардверно-маркетинговая будет. А с другой стороны, это центр компетенции, да, потому что использоваться интернет вещей будет в большой степени в других индустриях. Соответственно, здесь есть у нас два аспекта. Мы будем продолжать наш open-source проект Device Hive, я не скажу там forever, да, но на ближайшее время, на ближайшие годы совершенно точно. Будем пытаться в себе эти компетенции качать. Но самый передний край битвы лежит как раз в области смешивания, например, интернета вещей. Ну вот сейчас будут самые большие эксперименты со здравоохранением, это самое интересное. Поэтому эти две вещи будут совмещаться, да, потому что просто просто для занятия интернетом вещей нам нужны, например, в компанию сейчас несколько человек в месяц приток, 2-3, да, это значит далеко не каждый месяц в каждом офисе мы будем нанимать специалиста, который этим занимается. А если будут стартовать какие-то крупные проекты, прикладные на большие интерпрайзы, связанные с использованием девайсов, да, то в эти проекты мы будем всасывать десятки и сотни людей, скорее всего, там в ближайшие годы, шансы будут гораздо выше. Собственно, этим мы сейчас и пытаемся заниматься. Может быть, будет еще несколько каких-то индустриальных практик развиваться, но пока об этом говорить рано. И, ну, если честно, да, то DataArt старается набирать людей, в общем, в компанию, а не на технологию. Поэтому, если у вас уже есть где-то большая экспертиза, то интересно, ну, в какой-либо индустрии, то интересно общаться с компаниями, которые работают на эту индустрию, это даст большой буст компании, большой буст к вашей карьере. Вы быстрее будете расти и откроются новые возможности. Если глубоких индустриальных знаний нет, то в принципе, ну, если честно, нужно пытаться любой ценой пробиться куда просто интереснее, потому что больше энергии будет, а дальше реагировать на возможности. Очень мало кто в наблюдаемом мной мире не сменил 2-3 прикладных области и 2-3 технологии, да, в течение, допустим, ну, тех, за кем я наблюдаю больше 15 лет. Внутри компании. Не сменил, да, большинство такие меняют области деятельности, потому что, ну, на самом деле людьми определяют какие-то метауровни, да, мало кто любит, в принципе, мобильные устройства и интернет вещей, просто есть программисты, которые любят новые модные технологии, и любят те, кто работает на проверенных, надежных технологиях. Есть те, кто любит маленькие проекты, и, например, вот те, кто любит маленькие проекты и такой, и покомандовать юниорами в одиночку, да, и контролировать весь скоуп, массово мигрировали на мобилки, где это опять возможно, потому что enterprise проекты стали большие и развесистые. А те, кто любит делать большие масштабные проекты, они с большим скепсисом относятся к новейшим технологиям и новейшим платформам, потому что там технологические риски, а и так все очень сложно. Хочется понадежнее действовать. Ну, по-моему, вот понимание вот второго плана вещей, оно сильно определяет зрелость компании, зрелость людей в управлении своими карьерами. Поэтому, да. Прием. Да. О, супер, спасибо, поздравляю с микрофоном. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот касательно бизнес-мышления вопрос, да, вот как раз с той части, которая, вы говорили, умение видеть деньги, можно ли этому научиться, если да, то как, или с этим рождаются? Вот мне трудно сказать, да, потому что я не венчурный капиталист и
слишком много работаю внутри одной компании и слишком неглубоко копаю в голову там, тех интерпренеров, которые с нами работают. Мне кажется, что технически можно научиться, если вы видите смысл, можно попытаться его пересчитать в деньги, помноженные на вероятность. Этому можно научиться. Вот научиться видеть смыслы, да, это гораздо более сложная штука. И я не знаю, да, по-моему, тоже этому можно научиться, но только не из книжек. Да. Это некая психологическая функция. Да. Нужно стараться смотреть на мир как на источник возможностей. То есть, например, я четко вижу, да, что те у нас коллеги, кто действительно неплох в том, чтобы видеть деньги, видеть какой-то конечный результат и все прочее, они же принципиально довольно оптимистичны, довольно идеалистичны и способны всегда видеть возможность даже в какой-то опасной и драматической ситуации. Наверное, это лежит вот где-то на стадии постоянного упражнения, да, в том, чтобы в любом риске видеть источник для профита, для заработка. Мне кажется так, потому что я не видел никого с неприятием рисков, кто бы успешно умел доращивать видение ситуации до того, как на этой ситуации можно заработать. Да. Я бы хотела, наверное, получить большую рекомендацию. Скажите, пожалуйста, как лучше организовывать взаимодействие сейлс-менеджера и команды разработчиков на этапе привлечения клиента в компанию, поскольку как бы конечная цель все-таки любой компании – это получение прибыли, и вы вот говорили, что 90% обычно сейлс-менеджеры получают отказы, но если они будут как бы делать более профессиональные предложения своим клиентам, они будут чаще получать положительные ответы. Но для того, чтобы сделать эти более как бы правильные, более профессиональные предложения, им необходимо, чтобы технические специалисты им помогали. Вот как, может быть, вы расскажете, как это происходит в компании, или вот как вам кажется, это будет более правильно? Да. Спасибо за вопрос. Ну, опять вынужден сказать, что ответ на него хороший. Это такой даже тренинг на день на самом деле. И который только сможет расставить вопросы, потому что это священный грааль. Да? Там, где построено хорошее взаимодействие продакшена и продаж, там уже есть потенциально большая успешная компания. На самом деле, просто два простых комментария. Первое. Не стоит упрощать идею, да, того, что если будут хорошо помогать специалисты продавцу делать предложение, то возрастет вероятность того, что вы будете получать положительный результат. Потому что от чего зависит согласие или несогласие клиента? Да? Согласие и несогласие зависит от того, на работу с вами, являетесь ли вы лучшим выбором среди всех компаний, которые он рассматривает. Если вы, например, измените стратегию продаж так, чтобы всегда быть единственной компанией, с которой разговаривает клиент, у вас будет больше 90%. А если у вас всегда есть 9 конкурентов, то нет оснований предполагать, что эти конкуренты реально хуже, и у них там специалисты хуже или еще что-то. Поэтому среднестатистически шансы у вас будут там все равно 1/10. Мне кажется, гораздо важнее смириться, что у продаж вот такой перформанс. И наша задача, это второй комментарий, найти хороший баланс между интересами разработчиков и интересами продавца. Что происходит, когда разработчиков пытаются... почти в любой компании на первом этапе подключить к тесному взаимодействию с продажами. Начинается выдача эстимейтов. Эстимейты оказываются оптимистическими, продажи начинают идти хорошо, но потом никто не укладывается в свои эстимейты, начинаются конфликты с заказчиками и так далее. Прибегает бизнес, начинает или давить на команды, ругаться, команды обижаются, начинается естественная реакция, заряжаются эстимейты. Продать становится ничего невозможно, потому что за эти деньги, говорят, вы с ума сошли, да, вы просите денег в 3 раза больше, чем все остальные. Через этот цикл проходят практически все компании, которые развиваются. Да. С моей точки зрения, обслуживание продаж вообще в идеале это немножко отдельная функция. Ей могут заниматься или отдельные люди,
периодически, или какой-то набор людей, которые просто умеют это делать, но они должны подходить к своему делу профессионально, понимать, что предложение, которое делается клиенту, оно должно выглядеть хорошо на фоне других предложений, оно не должно открывать истину, оно не должно воплощать творческий потенциал вашей команды, оно должно понимать, какие есть тренды в индустрии, как сейчас об этом думают клиенты, как модно рассказывать о тех или иных вещах. Во-вторых, должно включать в себя как можно больше про самого клиента, то есть разведка любого рода, бизнес-интеллигенс, про индустрию, про самого клиента, что клиент желает увидеть, понимание жаргона, понимание правильных слов. Чем больше отношения индивидуально сделанного предложения под клиента к общим частям пропозла красивым, которые рассказывают про вашу компанию, тем более проходные такие пропозлы. Да? И, наконец, очень важным является установление какого-то рапорта, доверительного контакта именно на этапе продаж. Если вы можете заслать из продакшена кого-то к клиенту, кто начнет его обслуживать еще до того, как подписан контракт, то ваши шансы начнут сразу зашкаливать по отношению к другим, кто этого уже не сделал. Потому что с вами уже работают, а остальные еще только предложения пишут. Есть большие шансы, что к концу процесса выбора клиента скажут: слушайте, ребята, ничего не понятно из ваших предложений, с кем делать, но вот этот парень нам нравится, дайте к нему еще пятерых, и с нами все полетит. То есть очень DataArt качал 10 лет осознанно свою продажную экспертизу, а до этого еще менее осознанно почти столько же времени. И все равно половина наших продаж – это люди, которые продают в первую очередь клиенту самих себя, а потом уже тянут за них компанию и все остальное. Поэтому перенос большого фокуса на хорошее коммерческое предложение, на хороший пропозал – это достаточно ограниченный путь для развития взаимодействия между продакшеном и продавцами. Ну и, наконец, ладно, это интересная тема и важная. Еще один феномен, да? Как сдружить продакшн с продавцами? У продавцов есть проклятие такое родовое, да, как у функции. Потому что, когда рынок горячий, и программистов не хватает, клиенты неразборчиво расхвачивают всех, как горячие пирожки, типа продавцы не нужны. Ну когда у нас уже нет специалистов, все загружены по самое не могу, куда вы еще принесли 3 проекта? Ну идите вы со своими проектами куда подальше, да, мы и так не справляемся. Ну, а продавцы, у них там комиссии, зарплаты, там планы, еще что-то, да, в какой компании, так им очень надо, но их никто не любит. Теперь окей, рынок остыл, никто ничего не покупает. Программисты сидят без дела, боятся, что их сейчас уволят, скучают, говорят, нам бы какие-нибудь интересные проекты, продавцы, идите, продавайте. А рынок холодный, продавцы ничего продать не могут, их опять никто не любит. Вот, это проклятие продавцов, да, и объяснять, что оно так работает, в продакшен очень важно. Потому что если у нас сейчас есть возможность получить интересные проекты, да, у нас есть возможность захватить большую долю рынка, развить компанию и так далее, то нужно поднапрячься, потому что потом такой возможности не будет. Поэтому, в общем, продавцы приносят возможности, да, и всем дружно нужно на эти возможности кидаться. И когда мы все сделаем идеально, да, к нам все построятся в очередь, потому что мы такие молодцы, так не бывает. Мы все, может быть, сделаем, а будет уже все никому не нужно, потому что будет кризис очередной, или клиенты чего-нибудь испугаются, или еще что-то, и мы со своими всеми замечательными сделанными проектами и прокачанными компетенциями будем не у дел. Поэтому здоровая оппортунистичность, жадность до новых возможностей нового бизнеса продавать именно в продакшн нужно постоянно. Продавцы обычно этого делать не могут, потому что они это интуитивно понимают, да, но когда они начинают это объяснять, они кажутся ужасно корыстными, поэтому они этого не любят делать. Это уже работа экзекьютивов, продавать продавцов внутрь компании.